Девчонки, всем привет! У нас зима-зима, холода. Когда вот становится зима, когда становится зима, у меня пёс превращается не из белого в желтый. Почему-то снег всегда белей, а этот всегда желтей. Хотя летом всегда кажется, что он беленький. А теперь он желтенький. Вот, она зима, холодрига. Я одет вообще очень тепло и мерзну, хотя если на градусник смотреть не так холодно, но видать вот этот вот воздух, который такой морозный и как он называется-то еще? Ну, все, девчонки, забыл. Свежий и вот этот вот прохладный, когда еще чуть-чуть с водой пёс. Фу, что-то еще засняла вам. Вот, идем гуляем. Сегодня у меня выходной, а вечером, в общем, на школе вечеринка называется Юлибурь, когда все учителя, в общем, собираются и празднуют Рождество, как бы перед Рождеством все вместе встречаются, кушают рождественскую еду. Ну и как бы потом легче работать, когда ты со всеми пообщался в такой нейтральной обстановке. В общем, сегодня с мужем идем. Сначала думала мужа не брать, решила взять. Что сегодня идем отдыхать, дети дома посидят, телек посмотрят. Вот я сейчас иду, маску сделаю на волосы и буду уже наряжаться. Я, честно говоря, девчонки, сегодня хотела столько дел переделать, пока детей нет, но я детей отвезла сегодня, всех, все довольны, так как им не пришлось идти. Вот я пришла домой и уснула. В общем, все дела переделала. В общем, в этом году у нас не поместились вот эти цветочные горшки в нашу, где они обычно зимуют. В общем, я поставила здесь возле двери, повтыкала туда елку, которую, ну, у нас леса рубят. И я, в общем, посрывала с одной елки ветки, повтыкала, фонари понавешала. И вот такой у нас лес. Ничего, конечно, красивого, но когда фонари горят, класс, еще дети игрушки понавешивают. В общем, будет нормуль. Так, девчонки, я в маске. Пока еще детей нет, чтобы никто не пугался. В общем, я вот так вот хожу. А мне, ну, сегодня, как я вам сказала, выходной день, и я решила как по полной программе. И на волосы, и везде. Халат грязный тоже вот здесь, потому что я пару дней в нем красилась. И волосы я не красила, но таким бальзам делала. И он немножко так подпачкался тоже. Сейчас я опять на волосы сделала, думаю, пусть пачкается, потом все в стирку кину, так что не обращайте внимания. Сейчас украшаю ванну, у меня будет, я не помню, показывала, нет. Сейчас там, да, белье сушится, кто. Такая домашняя обстановка. В общем, вместо елочных игрушек в этом году я решила, дочка там собирает для себя елочные игрушки, там, для своей елки будущей. А в этом году я решила сделать украшение из косметоса. Вот помните, была такая коллекция Шанелевская, у нас в магазине она распродана. В общем, я купила вот такое блестящее. Он как бы не то, что масло, а гель. В общем, тело блестит и пахнет Коко Мадемуазель. В таких бутылках он, конечно, немножко искажен. Этот запах намного мягче. Мне нравится. И у нас девчонки покупали аж по две бутылки. Вот этого вот Шанель номер 5. Это уже масло идет. И вот Шанель номер 5 очень классно пахнет. Такое мягкая версия, классно блестит. И, знаете, для тела приятно. Оно не раздражает. В общем, классным запахом. И, в общем, у меня вот теперь такое в ванной стоит. Украшение, в общем. А в спальне я вам показывала лаки для ногтей Dior, которые я собирала. Их, к сожалению, сейчас отменили. В общем, у меня 3 штуки осталось. Я опять украсила. Сейчас вам покажу. Но я считаю, зря они отменили вот эту коллекцию диоровскую. Они, конечно, выпускают палетки теней классные, но как бы хотелось иногда так вот покупать каждый год, как украшение в комнату. В общем, вот шапочка от Эсси. Я не выставила Эсси, но шапочку одела, надо, может, перевернуть. Вот так вот просто. Дед Морозовскую шапку. В общем, вот эти коллекции у меня от Dior тоже классные были. Вот так, знаете, каждый год по одной покупаешь, и такие собираешь штучки, как будто новогодние. В принципе, их можно даже подвешивать на елку, но если вам захочется, или куда-нибудь вообще подвешивать. Но вот этот у меня уже, видите, я его чуть-чуть уже разбавила. Он настолько красивый, мне не хочется, чтобы он кончался. Вот эти прошлогодние коллекции. В общем,
много чего закончилось. Вот три штуки осталось. Но я их спросила, будут ли они такие выпускать. Пока они закончили выпускать их. Но вот говорят, может, они возобновят их чуть позднее. Ну и давайте покажу, что мне попалось в календаре. Это, в общем, красная помада я вам показывала. Бальзам для губ классный. Такой почти без цвета, но такой беж. Очень такой кремовый, почти запахов нету. Вот, лак для ногтей такой, с блестками. А это я новогоднюю коллекцию от Ифреша заказала такую. Вот, тоже лак для ногтей, потому что диоровские пришли лаки для ногтей. В общем, я решила диоровские не покупать коллекцию, потому что, в принципе, от Ифреша похожий. Просто в Диоре такие же мелкие хлопья плюс большие хлопья вперемешку. Ну, думаю, у меня есть примерно такие лаки. Не буду уж разоряться. Вот. Тем более, вот это в календаре получила, думаю. Блестков мне достаточно. Еще вам никак не покажу. У меня пополнилась коллекция муажей. Помните, у меня был Сиель. Теперь я приобрела вот этот имитейшн, который пахнет смородиной. Смородиной, и кто любит вот эти, знаете, кридер ароматы, он не супер убойный такой, от которого вас тошнит. Ну, конечно, если вы там перепшикаетесь 10 раз, то у вас будет тошнить. Но вот мне 2 раза, и я такой кайф ловлю, вот такой, знаете, зимний. Но его, конечно же, он в жару тоже раскротит, понятно. Но вот эта смородина, вот такой классный аромат. И даже вот, ну, его куча описания. Но я всегда стараюсь не читать, как я вам говорила, эти описания. Но сначала я не поняла, смородина быстро с меня слетела, и осталась такой как кридер, я не знаю, если по-норвежски это специи. Такой классный, уютный для меня аромат. В общем, он мне очень-очень нравится. И каждый день может быть тяжеловато, но хотя вот сейчас я его ношу каждый день. Сейчас коробку открою, и он мне достаточно понравился. Хотя я его купила, знаете, без затеста. В общем, у меня был 1 000 000 подходов к амуажу. К амуажу мне они вообще не заходили никак. Сиель у меня стоял несколько лет. В общем, я его распробовала только в этом году. Для меня теперь он пахнет таким, знаете, ухоженной дамой такой. Ухоженной, вся как будто я в Шанель там. Кремах или там в Шисейда кремах, знаете, это как будто это нам такая вся очень ухоженная, такая дорогая женщина такая. В общем, для меня пахнет Сиель дорогого тела, как говорят, ну, как бы это так слышится, не очень, но, в общем, Сиель классный, он такой близко к телу, если чуть-чуть совсем брызнете, это прям шикарный аромат. Вот этот тоже классный, я вот думаю, может, сегодня в нем даже пойти на вечеринку. Вот, и имитейшн супер-пупер для меня, знаете, вечеринка, ресторан куда-то, вот это. Или я иногда его ношу даже просто так, потому что мне хочется. Но единственное, смородина быстро от меня уходит почему-то. Хотя говорят, что там смородина, какие-то кошачьи лотки, вообще нифига на мне, ни кошачьих лотков, ни смородина. Смородина первые, может, 3 минуты. И уходит, ну, вообще суперский аромат, мне очень нравится. Еще один амуаж у меня, Sunshine, я его тоже заказала вслепую, в общем. И всегда боялась, что они будут убойные, меня будет тошнить. Нет, девчонки, не тошнит меня, не знаю, может, у меня нос уже так наученный. В общем, он такой тепло-фруктовый аромат. Вот, как будто вы сидите на 40-градусной жаре и едите там манго, всякие фрукты. В общем, классный, приятный. Он для меня на каждый день. Он такой теплый аромат, согревает. Ну, теплый, в общем, аромат. Что Сиель теплый для меня, что этот теплый. В общем, он меня не душит. Конечно, если вы на голодный желудок, никогда не пробуйте ни один аромат. Нужно обязательно после завтрака или, в общем, чтобы вам ничего не мешало в голове. Пользоваться, особенно амуаж, да, аккуратно, потому что не все, если вы привыкли там обычными люксами, может вам задушить. Но мне вот, что имитейшн Пшика 2 нормально прям. И вот этот 2 еще иногда хочется обновить. Вот, в общем, вот такой теплый фруктовый аромат, какой-то такой интересный. В общем, пока мне все нравится, я хочу еще один приобрести какой-то из амуажей, но пока вот не решила какой.
Тяжеляков супер не хочу. Хочу что-то такое носибельное, что хотелось носить каждый день. Вот эти пока мне хочется носить каждый день. Вот. И меня они не душат. И носибельные для других людей. Еще один аромат у меня. Love and White. Специально для... For Summer называется. В общем, любовь в белом для лета. Купила 30-ку и пожалела. Очень красивый, знаете, мне кажется, это такой для невесты или просто в летнем платье. Такой аромат очень элегантный, очень такой воздушный, классный. От Grit. Ну, думаю, ладно, кончится, куплю себя в полном размере. Еще хочу купить просто Love and White в таком белом флаконе. Но уже буду покупать 75 мл, потому что все-таки очень классный аромат. В последнее время у меня столько тяжеляков, что мне уже надоело тяжеляки. И я хочу что-то такого, знаете, очень легкого, свежего, чтобы не душило, чтобы... Ну и чтобы что-то такое интересное было, необычное, но легкий аромат, и чтобы был интересный, привлекательный. В общем, вот этот один из них, очень классный. Я показывала Роза Приве. Вот, его, конечно, уже фиг найдешь, но у меня достаточно его много еще, я его прям... Ну, стараюсь не беречь, потому что это глупо. Но он у меня, знаете, такой, когда надо быть сильной или такой спортивной. И вот это вот этот спортивный аромат розы и специи. В Илье вышли новые ароматы. Вот это такое шампанское. Видите, я его уже сколько износила. Он у меня идет в основном на Рождество. Сейчас вышли красный и черный флакон. Черный все-таки он больше мужской, а мне вот прям красный подбивает купить. И не знаю, что делать уже. По-моему, хватит. А вот... Прям хочется, хотя отзывы на него не супер-пупер. Говорят, что как бы цена не соответствует качеству, что там не совсем шампанское. Кто-то говорит, шампанское с ликером. Ну вот не знаю, прям что-то хочется. Мне говорят, что помадой как-то пахнет тоже. Кто-то говорит, ягодой пахнет, кто-то ликером. В общем, не знаю. Затестить, съездить можно, но времени нету. Вот, ну не знаю, может быть, и за тысячу потрачу время и съезжу, но прям рука тянется, тянется его купить, флакон просто красивый. Вот это я ношу с удовольствием, еще хочу вот из желтых купить еще два и один синий, потому что на лето такое раскрытие супер, я их уже пробовала, и ну, вот прям они у меня в хотелках некоторые есть. В общем, классные ароматы на лето, супер. Мое я и самый любимый аромат, который я задублю, и чтобы он у меня был. В общем, это вот эта Делина. Кровать не заправлена. В общем, Делина Алла Роуз. Потому что, девчонки, я проспала, собак погуляла, и вот оправдываюсь перед вами. Вот. В общем, вот это для меня, это мое я. Это легкий, в то же время пахнущий, шлейфовый, офигенный аромат. И всегда я получаю комплименты. И от мужчин, и от женщин. Классные, в общем. Коробочный пес на своих мехах лежит в коробочке. А хотела я вам показать, вот такой чай в Швеции покупала. В общем, если вы ездите в Швецию, присмотритесь. Ну, может, где-то его еще можно найти. Он такой недорогой, ведь клубничка нарисована. И, в общем, он такой, ну, в пакетиках еще видите, разорвала не супер, там в такой пакетиках. И он черный чай, но чем он мне понравился, тем, что, знаете, вот когда вы его пьете, прям вот как будто вы едите клубнику, прям и запах, и вкус прикольный такой, в общем, недорогой чай, можете попробовать, может вам понравится. Хотела вам сказать такую красоту, купила мед, свечки, и видите, написано Хёнингфра, ну читайте, Гримстед Полстахаук. В общем, вот так вот красиво все оформлено, с пчелкой, все завязано. Написано вот это вот пожелание на Рождество. И обычно коробок спичек тоже с пожеланием. И вот так вот красиво оформленные. Все это можно заказать там через интернет. Все это женщина одна, которая какое-то время оглохла, в общем. Ну и вот так она старается заработать. Недорогое, мне понравилось. Все равно мед мы покупаем. И, в общем, знаете, классные подарки. И, в принципе, все нужно. Вот. И мне так понравилось, как выглядит. Я вот некоторым прикупила такие подарки. И, в общем, себе тоже не удержалась, взяла.
Вот я собралась уже. Такое платье. Классика. И сумка от Бербери у меня. Такая классная. Тут такое плетение прикольное. Вот. В общем, нормально. Строго-строго. Но на каблуках. Делаю только часы с украшения. Я сейчас покажу, какие сережки. Сережки с нашего любимого ювелирного магазина AliExpress. Нравятся мне новогодние там штуки, и не надо тратить кучу денег. Ну, естественно, не стала одевать эти брюлики, потому что боюсь потерять на всяких мероприятиях. Вот единственное, я делала только от Swarovski вот такую штучку. Но остальное, ой, остальное, конечно же, люксус. Платье зашибись. Еще есть такой же зеленый. Это, я думаю, зеленое одеть или черное. Остановилась все-таки на черном. В магазине и в ресторане, где делают они сами, ну, американское кафе, где производят они вот эти сами свечки разные, всякие украшения. Вот сейчас ходим, накупаем подарки, всякие свечки, всякие украшения, кое-что купили уже домой. Видите, сколько свечек на любой вкус, со всякими украшениями можно тоже прикупить. Красота вообще. Набрали мы уже корзинку всего. Какие у нас выходные свечки набираем. Такие штуки, глядите, классные. В общем, стоит там такой Дед Мороз, я вам, наверное, рассказывала это. Сидит или стоит, все время меняет, в общем, здесь место. И так очень стоит тихонечко, потом вы мимо проходите, девчонки, он такой хоу-хоу, типа, хочешь конфетку? В общем, второй раз я сегодня подпрыгиваю уже, вот. И уже второе место он поменял. Не знаю, как это люди концентрируются. Может, я, наверное, такая без концентрации хожу, на все смотрю. Второй раз меня уже... Я второй раз подпрыгиваю. Вот. Ну, прикольно зато. Подарков накупили. Сами себе свечек купили. В общем, супер кафе. Сегодня там, на втором этаже, где музей, здесь они делают глёг, вот этот напиток с орешками. Конфеты детям раздают, такие конфетные подарки раздают. И с Ксенией празднуем то, что она закончила все экзамены и ее день рождения. Открылось у нас новое кафе, очень классное, суперовское. Вот мы сидим в нем. Еду домой. Так красота вечером. Везде огни горят, все так наряжено. И снег. Надеюсь, он не растает к Рождеству. Не растает. Но такая красотища вообще. И настроение поднимается даже после работы, что снег и такая красота.